Я извиняюсь, мне интересно вообще разметки, пешеходные линии и так далее. Когда вообще будут делать? 9 мая, как обычно, их обновляют. Нет, я вам действительно, скажу. Вот сегодня даже я ехал, вот прямой эфир я сделал. Ехал в машине, сделал прямой эфир в Инстаграме. И все говорят, ну посмотри, говорят, Блач, вот проедься по городу, посмотри. Никаких нормальных разметок нету, пешеходных не видно. Вот сейчас мне подсказали здесь, посмотри, говорят, где банкетный зал Европа, там вообще не видно, люди проходят, не видно. Вот с этим тоже надо бороться. И еще хаотично наши люди ставят свои машины. Где-нибудь пожар будет, но эта пожарная машина не проедет. Реально не проедет, чтобы тушить пожар. Там люди могут умереть и так далее. Вот центральная больница, посмотрите. Сегодня проезжал, везде как хотят ставить. Вот с этим тоже будьте добры. Улица Шамсула Алиева, правильно же, да? Да, мы готовы вам помогать.